Химках прошло итоговое заседание Совета директоров городского округа. Состав обновили, теперь в него входят руководители базовых и градообразующих предприятий муниципалитета. Глава городского округа Дмитрий Волошин и представители крупнейших предприятий обсудили планы по развитию Химок на следующий год, а также реализацию масштабных проектов в спорте и сфере занятости населения. В следующем году планируют создать Академию футбола на базе ФК «Химки». Также дадут старт проекту «Биржа вакансий». В его рамках создадут интернет-портал вакансий предприятий, который даст дополнительные возможности и работодателям, и жителям округа. Совет директоров городского округа Химки – это одно из самых важных мероприятий, потому как все фундаментальные вопросы обсуждаются градообразующими предприятиями, с нашей финансовой платформой, с крупными налогоплательщиками. Планы на 2019 год были обсуждены сегодня. Совет директоров городского округа Химки будет проходить регулярно, с периодичностью раз в квартал.